Стихотворение Александра Кирьяцкого. Цивилизация ритма у техногенных монстров подвластен мозгу первобытного зверья. Земля взрастила полутварей нас, как остров. Здесь время нежит, файтон татарства зря. Власть обезьян, увер слепых богоподобия, как в синотропах спинным мозгом давит месть и ищет оправдания культов у надгробия. В святынях предков ход из туры, где нас смесь, и где родишься ты, знать ту и примешь веру, язык обряд грех, вкус дух, музыку судьбу, богатство веру, а к злу с добром такую меру, какую с детства ты и унесешь в гробу. Не спорьте, о мула, раввин, священник лица, душевно против лишь того, кто разграничил мир, да, побуждает в каждом стане не мириться с людьми другими, не как я, ибо им чуждый мой кумир. Коль бы Владимир князь не приглашен был прямо в зал царств, а после в сам святой Софии храм, то Русь могла бы встать под месяцем ислама, или католиками пришлось бы зваться нам. Александр Кирьяцкий. 6 января 2023 года.